Друзья, привет! Меня зовут Александра. Я менеджер по продажам туристического агентства «Курорт Эксперт». Мы находимся в городе Сочи для того, чтобы рассказать вам всю интересную и полезную информацию о санатории «Горный воздух». Лечебно-оздоровительный комплекс «Горный воздух» является великолепной здравницей европейского уровня и расположен он в поселке Лоо, всего в 10 метрах от собственного благоустроенного пляжа. Просторная территория пансионата круглосуточно охраняется. Комплекс включает в себя 3 четырехэтажных и 1 трехэтажный корпус, а также 3 коттеджа VIP-класса. Для размещения гостей имеются номера различных категорий. Все они оснащены санузлом, телевизором, мини-холодильником, телефоном, набором посуды и сплит-системой. В лечебно-оздоровительном комплексе функционирует современный медицинский центр, что позволяет гостям не только прекрасно отдохнуть, но и получить высококачественное лечение. В комнате представлены следующие категории номеров: люкс двухкомнатный, полулюкс двухместный двухкомнатный, стандартный одноместный, стандартный двухместный, апартаменты трехкомнатные. Полулюкс двухместный двухкомнатный. Это номер площадью 50 квадратных метров, рассчитан на 2 места. Также можно добавить дополнительные 2 места. Из мебели комод, кровать двуспальная, набор мягкой мебели, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, шкаф для посуды. Из оборудования гладильная доска, телевизор жидкокристаллический, утюг, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Апартаменты состоят из трех комнат общей площадью 100 квадратных метров. В обеих спальнях есть балкон, с которых открывается прекрасный вид на море.
гости горного воздуха могут пользоваться крытым и открытым бассейнами, финской сауной, спортивным залом, бильярдом, теннисным кортом, столами для настольного тенниса, пунктами проката спортивного инвентаря и водного транспорта. Горный воздух располагается в непосредственной близости к известному аквапарку Аквалоо и другим развлекательным заведениям поселка Лоо, что является большим преимуществом. Всем отдыхающим в горном воздухе предлагается трехразовое питание по системе «Шведский стол». Друзья, на этом наша небольшая экскурсия по пансионату «Горный воздух» подошла к концу. С вами была Александра, менеджер по продажам туристического агентства «Курорт Эксперт». Хорошего вам отдыха! Бронируйте путевки в пансионат «Горный воздух» онлайн на нашем сайте курортэксперт.ру.